Дорогие телезрители, братья и сестры, поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. Слава Вышних Богу и на земле мир. Некогда воспели ангелы, когда родился на земле Богомладенец Иисус Христос. И я призываю всех вас к миру с Богом, к миру с совестью, к миру с ближними и дальними. Господь заповедал нам, чтобы мы берегли мир, этот великий дар Божий. Господь хочет, чтобы мы жили в мире и любви, но и мы должны трудиться и беречь мир. Чтобы быть в мире с Богом, нужно приступать к таинствам церковным. Чтобы иметь мир между собою, между людьми, мы должны помнить золотое слово «прости». И, совершая добрые дела, мы будем приобретать тихую радость в своем сердце, мир своей совестью. Всех вас призываю быть в мире с Богом, с людьми, с самим собой. С праздником Рождества Христова, дорогие мои!